В нашей жизни практически все регулируется многочисленными законами, разобраться в которых порой под силу только опытному юристу. И все же услуги таких специалистов стоят недешево и доступны далеко не всем. Для ряда граждан государство установило право на бесплатную правовую помощь. В администрации Славянского района были обеспечены условия для приема граждан представителями Госюрбюро Краснодарского края и Ассоциации юристов. Бесплатная юридическая помощь оказывается социально незащищенным категориям граждан. К ним относятся лица с низкими доходами, инвалиды, ветераны, пострадавшие в чрезвычайной ситуации и ряд других. Конечно, нужно, потому что вопросы есть, которые не решаются годами. Есть вопросы, где необходимо какой-то административный ресурс в виде вот ассоциации юристов или Госюрбюро, чтобы дальше продвинуть эти вопросы и оказать помощь реально. Юристы, они, как правило, владеют всеми базовыми знаниями. Если требуются определенные специалисты, тогда уже при дальнейшем рассмотрении этих вопросов конкретный специалист, специализирующийся в определенной области права, уже может более квалифицированную помощь оказать. А так юрист, он, в общем-то, все вопросы должен знать, понимать. Славянцы, которые пришли на консультацию, говорили о своих проблемах, подробно стараясь получить как можно более точный ответ. И это им удавалось. Спасибо, что есть бесплатная юридическая помощь в нашем Славянске на Кубани. Мне пришлось обратиться со своим вопросом. И я получила очень корректное объяснение моей проблеме. И я думаю, что мой вопрос найдет решение. И большое спасибо. Почаще бы были бы такие консультации. Юристы выслушали славянцев, которые записались на прием, изучили представленные документы и проконсультировали по интересующим жителей вопросам. Андрей Вишневский, Георгий Калинин. Программа «События».